Это живописное селение расположено на берегу реки Прут. Главное его богатство – это трудолюбивые и добросердечные люди. В исторических источниках село упоминается с 1550 года. Но оно существовало намного раньше. Об этом свидетельствует древняя карта села, составленная в 1424 году, которая хранится в архивах Национальной библиотеки города Кишинева. В Бесериканах есть два храма. Старый находится на территории кладбища. Этот храм был построен в 1497-98 годах и имеет кораблевидную форму, покрыт деревянной черепицей. Вторая церковь величаво воздвигается при въезде в село и, как две капли воды, похожа на Болотинскую церковь. Она была воздвигнута в 1896-1897 годах на пожертвование дворянки Ралу, супруги русского генерала Клокачева. Инженером-конструктором был Илья Блуштейн, кишиневский мещанин и еврей. Рабочей силой послужили люди из соседних сел Бесерикань, Томиаштий Век и Слободея Саргиень. Ралу Клукачева приехала в село вместе с сыном. К этому времени она была уже вдовой. Ее супруга генерала никто не видел. На церковной стене при входе справа сохранилась надпись, которая гласит на русском языке, что этот храм воздвигнут в честь его императорского величества царя Николая II и его августейшей супруги царицы Александры Федоровны. Настоятелем был назначен священник Иоанн Болтяну, церковный журналист. В процессе строительных работ генеральше пришлось перетерпеть много огорчений. Строители вместе с инженером Блуштейном отклонились от начального проекта, и церковь была построена меньше в размерах, чем планировалось. Благодетельница оказалась долгожительницей, но когда она отошла в мир иной в 1918 году, под церковными сводами нашлось место для ее захоронения. Ее сын скончался чуть позже. Его останки покоятся в том же склепе, рядом с матерью. Дворянка Розалия Клокачева также пожертвовала денежные средства на постройку сельской школы. В 1901 году она пожертвовала 2/10 сада и огорода из своих 742 десятин земли, которыми она владела. Во время отступления румынской армии священники увезли церковный архив с целью его сохранения в монастырь Бесерикань, который находится в Нямецком уезде в Румынии. Злополучный атеистический период, когда над святыми глумились и расхищали их, церковь села Бесерикань постигла та же участь, а вместе с ней было осквернено и обкрадено место захоронения помещицы и ее сына.